вообще это очень хорошее подписание для новосибирцев. Логинов. Беловзоров. На коньке прокатывается Логинов. Ты там секунду потерял, но шайба все равно заходит 1-0 в Сибирь. Хорошо доработали на пятачке гости. Большие молодцы. Еще раз, вот этот перевод Беловзорова. Шайба отлетает от Ежова. И здесь нападающие гости сделали свое дело. Дмитрий Союзов. 1-0. Первый гол нападающего в текущем чемпионате. Уже четвертое набранное очко.